Я уже все, уже не могу, не хочу. Так, ну давай еще два подхода буквально. Да ладно, давай. Давай. Ну, в общем так, дорогие телезрители, вы видите, что день рождения — это вообще не причина отлынивать от разминки, поэтому присоединяйтесь к нам и нашему тренеру. Кирилл, давай, не отвлекайся, продолжаем. Да. Еще разочек. Ну, чуть-чуть. Хоть можно не в мой день рождения. Ты же хочешь быть молодым. А, нет. Все, потрачено. Всем привет, я полузащитник команды СК «Уральский трубник» Николаев Никита. И сегодня я проведу вам разминку. Приступаем к первому упражнению. Наклоны головой вперед-назад, влево-вправо. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Приступаем к следующему упражнению. Вращаем плечами вперед-назад. Начинаем вперед. Поехали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Приступаем к следующему упражнению. Делаем наклоны вперед-назад, влево-вправо. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем колено к груди и зафиксируемся на несколько секунд. Раз, два, три, четыре. Сейчас делаем то же самое с другой ногой. Раз, два, три, четыре. Закончили. Наша разминка подошла к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Хорошего дня!